Этой весной я побывала в Гималаях, и это действительно очень сильное место. Очень много произошло озарений, открытий, инсайтов, если можно так сказать. И много стихов родилось в горах. Там пронизывающая тишина и что-то очень сокровенное. И вот там родилось это стихотворение. Свеча, солнце, освещающее вселенные наших душ. Бесконечным звездопадом усыпаны горы. Земля под ногами дающая. Все мы идем по ней тропами. И придем мы ни рано, ни скоро, молча. Наш путь по одной колее, шагом рифмуем вибрации снизу. Каждый один, где он есть, или не одинок. И ветер стихии не сравнится с приторным бризом. Только вперед, и остановка, поглощающая нас вместе с мыслями внутрь. Столько вопросов, и лишь один беспощадный ответ. Привкус свободы нас ждет вот за тем поворотом. Можно дойти через час или остаться на 1000 лет.